с высоким чувством патриотизма выполнить свой священный воинский долг, чем гордится наша вся страна, Россия, наши дети. Вы являетесь примером патриотизма для всех, для нас. И мы сегодня искренне гордимся вашим подвигом, совершенным за пределами нашей Родины. Вы достойны, прежде всего, высочайшей благодарности всех, кто сегодня живет в нашей стране. Ваш подвиг, прежде всего, защищал Россию и террористическую опасность отодвинул далеко-далеко от нас. Это действительно так. Я сегодня хочу от имени всех анапчан, от имени депутатов городского совета сказать вам слова благодарности за то, что вы сделали. Я думаю, что вот этим подвигом вы все сделали для того, чтобы приумножить славу Анапы, города воинской славы. Грамоты главы города вручили хирургам, анестезиологам, врачам, медицинским сестрам, водителям, всей команде специалистов, которые в течение 3 месяцев находились в обстановке, когда враг мог нанести удар в любой момент. Военнослужащих женщин отметили специальными подарками и сертификатами. Их вручил ветеран десант. Десантник Анатолий Яшкунов. Вы доказали всему миру, что наше государство, наша держава – это мощное государство. Вы все живыми и здоровыми вернулись в родные дома. Это огромное спасибо вам всем и вашим командирам, которые уберегли вас, выполнив поставленные боевые задачи.